Здравствуйте, дорогие братья и сестры! 19 августа Святая Православная Церковь празднует память Преображения Господня. Этот праздник связан с такими событиями, при которых Господь преобразился явным, видимым образом перед Своими учениками. Есть замечательный жанр церковного песнопения – тропарь. И вот в этом тропаре говорится: «Преобразился есть и Христе Божий, показавый славу учеником Твоим, як уже можаху, да воссияет и нам, грешным, свет Твой пресносущный. Преобразился на горе Христе Божий». То есть на горе, высокой горе, взошел Господь, взял с собою трех своих учеников, апостолов Петра, Иакова, Иоанна, это были самые близкие и доверенные Господу ученики. И взошел на эту великую гору, Фавор, и там молился. И вдруг апостолы увидели, что с неба к нему спустились два великих пророка ветхозаветных, апостол Моисей и апостол Илия. Они явились и разговаривали с ним, а сверху был голос Божий. И о чем же говорили пророки с Иисусом Христом? Святой Евангелие говорит о том, что они говорили о том пути, который предстоит прийти Господу Иисусу Христу, о страданиях Его. Слава великая, вот этот облак Божий, голос, эта слава Божия, она как бы накрыла всю эту гору апостолов, и апостолы видели, что одежды Иисуса Христа сделались яркими, белыми, как снег, а лицо Иисуса Христа просияло, как солнце. Это удивительное зрелище не смогли выдержать человеческие силы, и они попадали, закрылись. Кстати, и на иконе это изображается. И апостол Петр вот в этом восторге и радости, даже не понимая, что и говорил «Господи, разреши, мы сделаем три палатки, три кущи, тебе, Моисею и Илии, и останемся с тобой, так им было хорошо». Но вот этот миг закончился, когда вот было вот это откровение, и они, открыв глаза, увидели, встали, что Христос опять имеет прежний вид. Вот, вы знаете, незадолго до этого события в Евангелии описываются такие слова Господа, когда Господь говорит, что многие, которые стоят здесь сейчас, не вкусят смерти до того, как увидят Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть вот эти три ученика, апостола, они увидели Царствие Божие, пришедшее в силе. То есть Христос преобразился видимым образом, и этим преображением как бы накрыл, как теплым, светлым покрывалом своих учеников. Им стало так хорошо, что они захотели продлить этот миг на века. «Останемся здесь с тобою навечно. Хорошо нам быть с тобой». Вот это образ, даже и чувственный образ, который дается познать человеку при общении с Господом, когда ты рядом с Ним. Вот эта благодать Божия, она и привлекает сердце верующего человека. Есть традиция такая на Руси у нас, что в этот день освящают яблоки, говорят «яблочный спас». Ну, конечно, с церковной традицией ничего общего созревания плодов не имеет. Просто так получилось, что к этому празднику созревают плоды, яблоки. И поэтому люди, понимая, что Господь благословляет и овощи, и фрукты, они просят Бога не отнимать свою милость и даровать плоды свои с изобилием, а то, что выращено, приносится Богу как благодарность. И поэтому это еще мы знаем, что и в Ветхом Завете существовали такие обычаи иудейского народа, когда приносили начатки овощей и посвящали Господу. И поэтому в этот день в церковь приносят вот эти плоды яблочные, яблоки, их освящают, прославляя Господа, чтобы Господь принял труды земледельцев, чтобы Господь не лишил милости народ свой, чтобы люди Божьи жили в радости и в достатке. Вот такой праздник мы празднуем 19 августа. 22 августа Святая Церковь
молитвенно воспоминает память святого апостола Матфея и вспоминает всех соловецких святых, собор соловецких святых. Вспоминая святого апостола Матфея, мы можем сказать, что он родился в Вифлееме, был учеником святого Симеона Богоприимца, с детства воспитывался в благочестивой вере и от всего сердца принял проповедь Иисуса Христа. Он уверовал в Иисуса Христа как в Мессию, как Сына Божьего, оставил все и последовал за Ним. Он был избран Господом нашим Иисусом Христом в число 70 апостолов. Было 12 апостолов сначала, первых учеников Христовых, но потом проповедь расширялась, и необходимо было много верующих людей, пламенеющих горячим сердцем. И Христос говорил: «Много жатвы, а делателей мало». И поэтому Христос призывал добрых, мужественных мужей идти и благовествовать, то есть рассказывать людям о том, что пришел наконец-то в мир долгожданный Мессия. Нужно веровать в Него, нужно следовать Его учению и достигать Небесного Царствия. Ибо все предыдущие пророки, учителя учили как учителя, а Он – Господь, Он учит как имеющий власть. Вот почему проповедь Иисуса Христа имела такое колоссальное значение и такой колоссальный успех. Потому что Он говорил не как учитель, Он говорил как Бог. И эти силы свои божественные Он влагал в сердца своих учеников. И поэтому вот было избрано 70 апостолов, которые шли. Христос посылал их по двое, потому что вдвоем легче в дороге, вдвоем легче в пути. И вот они шли и проповедовали. Апостол Матфей проповедовал в Сирии, проповедовал в Грузии, в западной ее части. И проповедь его была успешна. Язычники злились, искали повода схватить его и убить его, и действительно его хватали, сажали в тюрьму. Более того, его даже приговорили к смертной казни и дали ему выпить чашу с ядом. Апостол, не сомневаясь, благословил эту чашу и выпил. И яд не подействовал. А те люди, которые были рядом с ним, также попавшие в такую беду, которых казнили этой чашей, они ослепли от этого яда. И апостол их исцелил, то есть яд не подействовал. Язычники хотели умертвить его, но чудесным образом земля перед ними разверзлась, и они были поглощены землей. А апостол Матфей пользовался очень огромным уважением среди иудеев, среди своего народа, потому что после предательства апостола Иуды он был избран на место уже 12 апостолов. Апостолы бросали жребий, и Господь указал на самого достойного, который может занять место числа 12 учеников Христовых. И вот апостол Матфей вошел в их число. Так вот этот нечестивый первосвященник Анан, он и вызвал апостола на суд, и в публичном диспуте он вызывал его к откровенности и говорил: «Кем ты исповедуешь Иисуса Христа?» И апостол Матфей говорит: «Сын Божий». И тогда иудеи, вот подговоренные этим нечестивым Ананом, они выволокли в бешенстве апостола за город и побили его камнями. Они совершили беззаконие, убили слугу Божьего камнями, пролив кровь неповинную. И тут же струсили, испугались, потому что они не могли были предавать смерти таким образом. И они для того, чтобы угодить римским властям, исполняя закон того времени, они отсекли ему голову. Вот так вот мученически, исповеднически, мужественно предал свою жизнь Господу верный его ученик апостол Матфей. Ну и сегодня мы вспомним, конечно, по церковному календарю соловецких святых. Уже более 5 веков соловецкая обитель является колыбелью, оплотом, рассадником православия. Здесь началось благовестие по всему Северному краю для северных народов. Преподобный Зосима, будучи благочестивым, добрым иноком, прибыл в этот
в эти края, на эти острова, для того, чтобы в уединении возносить Богу молитвы. Это очень суровый край. В то время, вот это средние века, да в любой части Руси, наверное, трудно было найти уголок, где можно было жить комфортно, относительно комфортно, потому что быт не обустроен, лютые зимы, жаркие лето, дожди, но все это как-то скрывалось, потому что люди жили деревнями, жили в домах. А вот преподобный Зосима уходит в то место, где постоянно сырость, постоянный холод, постоянные ветра, камни, нет земли, огромное море, которое на десятки километров отделяет его от всего живого, ни одной души. Это, можно сказать, страшное место. И вот в это место идет Божий инок. Что может влечь здорового, трезвомыслящего, умного человека в такие края? Только жажда угодить Богу, чтобы быть с Ним наедине и чтобы ничто и никто не отвлекал от святой молитвы. Вот именно этого и жаждала душа святого Зосимы. И там он молился, там он трудился. Потом Господь послал ему учеников и Германа, его сподвижника, и они 6 лет там молились в уединении. Потом стали приходить к ним паломники, прослышав все-таки о их святой жизни. И для них они стали строить деревянную церковь, находя неподалеку какие-то там леса. И все это своими руками, на своих плечах они несли и строили. И вот таким образом зародилась Соловецкая обитель. Своим трудом кормились святые монахи, ловили рыбу, молились Господу, но много искушений претерпели они там. Сначала, когда они молились в уединении, им являлись бесы в образе различных змей, скорпионов, вот этих ядовитых, и устрашали их, потому что не хотел дьявол, чтобы в этом месте Слово Божие утверждалось, но мужественно препобеждали святые вот эти искушения врага и страхования молитвы. Потом дьявол возмутил сердца купцов, которые заходили на Беломорье, на эти острова, и ловили рыбу. Они увидели, что монахам Бог посылает в сети рыбу, и они у них отбирали силы ее. То есть во все времена всегда Божьи угодники претерпевали испытания и от бесов, и от людей злых. И вот так и случилось здесь. Но искали заступление и у людей, и у Бога. И Господь сохранил этих монахов, послал им утешение, монастырь стал разбиваться, умножаться. Но мы с вами прославляем сегодня не только преподобных, то есть вот монахов, которые там жили и трудились во славу Божию в постническом, иноческом житии. Мы сегодня еще прославляем тех святых, которых мы называем только мучениками. Это умученные люди, отчасти даже и наши современники, во время Красного террора из Соловецкого монастыря была сделана тюрьма. Эти вот страшные вот эти словосочетания «слон», «стон», «Соловецкий лагерь особого назначения», потом «Соловецкая тюрьма особого назначения». Сколько тысяч людей заживо там сгноили, сколько там расстреляно, сколько умучено на тяжелых работах. Вот эти все мученики соловецкие, они прославили Господа своим подвигом, не отреклись от веры. Священномученик Константин Богородский. Константин Алексеевич Голубев родился в 1852 году в селе Барановка Вольского уезда Саратовской губернии в семье псаломщика. Окончив Саратовскую духовную семинарию, Константин почувствовал в себе дар миссионерского служения. По благословению епископа Саратовского и Царицынского Тихона он отправился в качестве миссионера в родное село, население которого находилось под сильным влиянием старообрядцев.
Первым делом там была основана церковно-приходская школа. Постепенно круг его миссионерской деятельности расширялся. 12 марта 1895 года диакон Константин был рукоположен во священники. Батюшка очень быстро завоевал расположение не только православных верующих, но и старообрядцев. После переворота 1917 года начались жестокие гонения на церковь. Отец Константин был арестован. Несколько дней его содержали в Богородской тюрьме, а затем без суда и следствия приговорили к смертной казни. При расстреле ему нанесли только рану и еще живого бросили в яму и стали засыпать землей. Несчастный поднимал из ямы голову и молил прикончить его. Находящаяся при этом его дочь на коленях с рыданиями умоляла, чтобы отца не хоронили живым. Но ничто не помогало. Злодейство было доведено до конца. Его засыпали живым. Многие десятилетия место кончины священника на опушке Соснового Бора почиталось благочестивыми жителями, хотя безбожники не раз выравнивали холм, пытаясь уничтожить все признаки погребения мученика. Но духовные дети и почитатели отца Константина вновь и вновь воссоздавали место его кончины. Так память о выдающемся миссионере и мученике дошла до нашего времени. В конце 1995 года были обретены нетленные мощи священника. Спустя год протоиерей Константин Голубев был канонизирован. Святая Церковь чтит память священномученика Константина Богородского 19 сентября, а также в дни памяти соборов новомучеников и исповедников Церкви Русской и Московских святых. Ковчег с мощами священномученика хранится в Спасо-Вознесенском кафедральном соборе города Ульяновска. Молитвенно, обращаясь к священномученику Константину Богородскому, люди просят об укреплении веры, о сохранении во время бедствий и нападения врагов. Дорогие братья и сестры, нам поступил такой вопрос: можно ли дарить иконы? Говорят, что подаренная икона может навлечь беду на человека, принявшего ее в дар. Раньше считалось, что именно через икону завистливые люди наводили порчу на человека. Что такое икона? Икона – это образ Божий. Это образ человека или Господа, который любовью к людям и Богу доказал на все 100% свою добропорядочность, свою святость. И только лишь добро при жизни от этого человека, когда он соединился со Христом, изливалось на людей. Вот что такое икона. Это образ любви, которая была воплощена в образе человека, который людей возлюбил всем сердцем и Бога всей душой. Приведу аналогию. Представьте, что у вас есть любимый человек, например, ваша мама. И ваша мама дарит вам свою фотографию. Между вами нет ничего, что могло бы иметь какой-то негативный осадок в отношениях. Это мама, это святое для вас слово. И у вас даже тени мысли не возникнет о том, что с этой фотографией вашей матери к вам может прийти какая-то беда. Мама здесь, она рядом, и вот она дает вашу фотографию. Что может быть плохого? Ну, естественно, если у человека какой-то болезненный синдром психики, то, конечно, тут можно навыдумывать все, что угодно. Но здравомыслящий человек видит, что здесь все очень даже и хорошо. Поэтому фотография мамы должна быть поставлена на какое-то достойное место. Вы вспоминаете ее, любите, а когда вы к ней приедете опять в гости, радость встречи будет. Вот так и святые угодники Божии, когда они рядом с нами на образах, то они помогают нам, любовью свою наполняют наши сердца, а мы, вспоминая их житие, прибегаем к им за помощью. А когда мы окажемся вместе с ним в небесном царстве, дай Бог, то радость будет великая. Вот, пожалуйста, ответ на ваш вопрос. Сколько радости от икон, сколько любви им.
Дальше говорят, что подаренная икона может привлечь беду на человека, принимающего ее в дар. Ну, это безосновательно. То есть, что такое вообще беда? Беда. Вот что человек подразумевает под этим словом? Зуб разболелся? Или кошелек потерял? Или что еще может быть бедой? Дождик пошел, и не удалось на пляж сходить искупаться. Вот поэтому, знаете, что такое беда? Это то, очевидно, человек спрашивает, то, что он хотел, и у него не получилось. Поэтому, если человек хочет угождать Богу, хочет, чтобы у него было доброе сердце, хочет любить людей, не обманывать, честно жить, то этому человеку будет Бог всегда помогать, потому что намерения его святы и чисты, и святые угодники Божии в этом и помогут. А вы посмотрите, какой у нас широкий спектр возможностей у угодников Божьих. Да посмотрите, как их называют. Целитель Пантелеимон, святитель Лука врач, воин Иоанн воин. Да много святых, бессеребренников, которые... Один Николай Чудотворец, святитель, он в одном лице все. Сколько он помогал людям, мертвецов оживлял, девиц от скверного брака спас. Нечестивый приговор смертный отменил своей рукою, вмешавшись в казнь, спас людей. Так только лишь польза и слава, а беда для кого? Для нечестивых людей, для тех, кто плетут интриги, делают гадости, достигают своих низменных целей любым путем. Вот для них святые могут быть бедой. Поэтому, если вы с Господом, и вам дарит икону, радуйтесь, веселитесь, ибо в ваш дом пришла святыня. Вот ведь что удивляет в этой истории. Не так уж много времени прошло, как все образумились. Это касается и монастыря, и людей. Главный ансамбль Спасской обители располагался здесь, на месте Дворца культуры Губернаторский и торгового центра Версаль. И даже сейчас от него остались два помещения. Одно прежде занимал отдел Э по борьбе с экстремизмом, но и его теперь передали назад, законным владельцам. 5 апреля 2015 года в игуменском корпусе состоялся молебен, на котором упоминались имена расстрелянных сестер, после которого митрополит Феофан благословил начать возрождение этой святой обители. Монастырь, словно феникс, постепенно возрождается из пепла. На первом этапе, стараниями игумении Комаровской женской обители Магдалины, здесь был открыт домовой храм, куда даже принесли старые иконы из уже исчезнувшего монастыря. Важнейшим событием возрождения монастыря стало открытие домового храма в честь Иверской иконы Божьей Матери в здании подворья Комаровского монастыря Архангела Михаила. Удивительным событием стало присутствие на открытии этого храма древней иконы, иконы Спаса Нерукотворного, которая была совсем недавно, незадолго до этого, возвращена в монастырь игумене Магдалине жителями города Симбирска, которые хранили ее с тех далеких времен. Это икона «Спас нерукотворный», на оборотной стороне которой мы смогли прочитать старую древнюю надпись, которая гласила, что этот образ был подарен игуменей монастыря в 1898 году Симбирскому обществу в честь 250-летия града Симбирска. В явлении этого древнего образа чувствуется некая связь времен, как будто бы тонкая ниточка протянулась к нам из далекого прошлого. Затем, постепенно, в собственность церкви стали возвращать землю, где стоял монастырь. А теперь тут появилась даже отдельная монашеская община. Жители Ульяновска обратились к матушке Магдалине с просьбой помочь сохранить уцелевшее здание Спасской обители. Начался сбор подписей жителей, и благодаря их огромному количеству власти пошли навстречу, отдав это здание монастырю Михаила Архангела под подворье. Затем сюда пришли сестры, и было открыто архиерейское подворье. Сейчас ведутся активные работы по ремонту возвращенных зданий. А также запланировано строительство Спасского храма на его прежнем историческом месте. Также было заключено соглашение между митрополией
правительством Ульяновской области и предпринимателем Игорем Владимировичем Любченковым. Сегодня одной из главных святынь Спасского подворья является икона святой преподобно-мученицы Екатерины Декалиной. Перед нами икона святой. Но какой она была в жизни? Каким человеком она была? В Ульяновске и в селе Криуши живут родственники святой Екатерины. Семейное предание, передаваемое из поколения в поколение, сохранило для нас образ преподобно-мученицы. Мама все время говорит, что столько в ней было нерастраченной доброты, любви. При всем при том было очень четкое такое представление о жизни, кто и как должен себя вести. Что мама еще помнит? Что несмотря на то, что бабушка Катя была очень добрая с детьми, она была очень жесткая в своих, наверное, суждениях. Потому что мама помнит, что пришла какая-то соседка и говорит, что вот что ты, девчонок, балуешь, от себя отрываешь эти крохи, а вместо того, чтобы само это съесть, ты вот вроде того, что у них же есть свои родители, а ты вот их балуешь. И она очень резко ее остановила. Мама говорит, что это было очень нетипично. Она говорит, я это ощутила первый раз. И потом выяснилось, вот уже в ходе архивных данных, выяснилось, что человек имел свою точку зрения и очень четко ее отстаивал. Судя по материалам уголовного дела, Екатерина Декалина вела себя бескомпромиссно с самого начала. Может быть, это как раз и выделило ее из числа других монахинь, расстрелянных и священнослужителей, которые проходили по этому делу. Может быть, именно поэтому комиссия, я так думаю, по канонизации выделила именно ее как образец такого четкого и ясного отношения, которое могли нести люди, которые стали жертвами во имя веры. Все ведь встало на свои места. Но стоило ли это жизни всех тех, кто не побоялся умереть за веру? Сегодня многие спорят на тему того, что же двигало теми мучениками, которые даже под дулом пистолета не отрекались от веры в Господа. Почему они не отреклись, не переждали? Ответ на этот вопрос звучит постоянно. Им часто спекулируют все, кому не лень. Он истерт, он затаскан. Но другого ответа на этот вопрос действительно нет. Все это действительно было для них свято. И они действительно во все это верили. Это была та самая библейская вера, с которой люди переставали бояться смерти. На допросе следователь спросил у матушки Екатерины, а в чем заключалось ее недовольство советской властью? Я везде говорила, что существующим порядком вещей недовольна, потому что советская власть устраивает гонения на верующих, закрывает монастыри и церкви, священников арестовывают ни за что, за одно то, что они верующим говорят правду. Конечно, эта власть не от Бога, а от Антихриста. А я убеждена в существовании Бога и буду говорить об этом до самой смерти.